История продолжается в судебном заседании по рассмотрению иска штаба Саши Боровика. Объявлен технический перерыв из-за неисправности аппаратуры, которая фиксирует ход процесса. После окончания перерыва заседание начнется заново. Напомню, в полдень в Одесском окружном админсуде возобновились слушания после ночного перерыва. Претензия по Суворовскому району Одессы. Там, по мнению представителей штаба Боровика, были главные фальсификации. Будут новые рассмотрения, ну, как вы уже знаете, свидетелей, досмотр протоколов, их сравнение, исследования и так дальше. Процесс идет вполне позитивно. Каких-то нарушений своих прав как стороны или иных каких-то действий мною выявлено не было. Пока, к сожалению, учитывая длительность процесса заседания, это более там, 8, наверное, 6 часов, конечно, усталость. Я напомню, рассмотрение иска началось еще вчера в 17:00 вечера. Новые подробности вы узнаете в следующих выпусках новостей.